пускайте, точнее не пускайте, забегите все в комнату. Ваня тут. Секунды, Митя. Шите рыбу. Фух. Фух. Ваня тут. Ладно, наверное, придется без него убить. Поклонский еще ФК. Здесь. Доксон тут. Кокер. Будет спекайся в холле креста. Это 4 хила уже будет. Присе 5. Присе тоже спекайся. Пойдем пока так, без рестер шамана. Все готово. Входим. Пускаем. Давайте споедим на ман. Ну. На переходке. На хп крикнемся. Притяжка. Беги, малышка, беги! Сволочь-то. Хоп, и умирает. Я не знаю, почему. Я умер вот в портале Лока. Что не захилили. Бананова, поднимай, Соло. Сейчас пойти гимна, Ману. Метки выносим. Дистанцию держим между метками. Так, справа падает по югим. Там же падает. Метки до 200к. Слева фулл хп у меток. Надо, чтобы 200 было. Там же падает. Ой, глыбы слить сразу. Пел гимн на хп. Поздно. Да, я понял. Доксон, подними шурупца. Эти бабло. Давайте бафы поварам, по хантам. Притяжка сейчас. Давайте побежали. По КД давайте длани свободы на гилда, у него скорость атаки уменьшается. Для ДК это не страшно.
Давайте метки. Это пал тоже. Спрятали заметки. Звезду сразу на фул сливаем, там протопал. Сова, уйди оттуда. Слева падает. Сова, уйди со звезды. Слить звезду сразу. Сливайте. Ого. Хорош. Ну вы чё гоните? Так. Блять, зачем вы бьете метки, за которыми стоите? Так, минус 3, 22 человека, хорош. БРов нету, да? Обновите звездочку, сейчас будет вторая фаза. Все метки под босса носим. Убежали. Альпич, пой гимн МНУ пока. Бейте взрывом разума, приписты. Один ретрик в рейде. Альпич, бей взрывом разума, короче. Походу сейчас взлетка будет. Мне повезло. Эти все метки под босса. Мелики сразу отходим в РДД зону. Мелики отошли от черепа. Три хила, освобожденная магия. Ничего не стакать. Сливайте только глыбу. Ничего не стакать. Ретрия под босса. Ретрия, прожми божественную защиту. Мелики отошли от черепа. Не знаю. Не бейте метку. Притяжка. Альпич, гимн отхил давай. Отбежали от глыбы. Метку не бить. Сливайте метку, следующую под босса. От черепа отошли. Мелики отошли от черепа. Мы 5 минут будем так бить. Давай, войд под босса. Мелики отошли в РДД зону. Давайте хильте. Пулпера, ну его захиливаем. 24% у пулпера, уже 5 секунд. Следующий тоже под босса, мэджик, под босса, мэджика захильте, квадрат захильте на фул. Девайте метку. Следующий тоже под босса. Крися, давай под босса. Не бейте метку, будет притяжка. Беги, малыш, беги! Киеве, уноси под хвост. В сторону. Бля, нет, ну ладно. РДД, сливайте метку, мелики босса. Войд, готовься давать гимн от хил. Даешь и прожми бабл и хиль. Велен под босса. Нету бабла. Мелики отошли в РДД зону. Альпич, давай гимн от хил. Давай уже. Хорошо. Давай гимн ману тогда. Гимн ману тоже еще, да. Банановая под босса, прожми дубовую кожу. Хватит так хлопать. Сливайте метку. 2 минуты прошло, мы слили 5 лямов. До берсы 2 ляма. До берсы 2 минуты 30. Мэджик под босса. Мелики отошли. Тут это хлопнул. Падайте. Тупо минус 3 смерти. Кстати, походу дыхание починили.
в смысле, на второй фазе? Не, ну видишь, он начал дышать, ну, дышать так, я повернул грейд и все сдохли. Раньше бы грейд не получил урона. Раньше било туда, где начинало. Сейчас и ВРС же вроде уже не убивает, да? Есть у кого-то рекаунт, полученный урон от освобожденки? По союзникам может быть урон? Да, по союзникам. Он же выше договоры там. Дексон, Тай, Меджик, как дела? Ваня, блядь, я первый по ХПС. Чё-то хилые, слабенькие. Не говори. Может, поддаются. Поддаются, блядь. Не знаю, как-то раз локом был на синдре, короче, ну тупо ноль, короче, дамага вот этого ответного, блядь. Ноль, блядь. Ладно, сейчас будет реж старшаман, сейчас будет легче. Слушай. Иди вот этот Джилс Мамонт. Прилетел за хашу. А можно фукасаку в пятую и меня в пятую? Какого-то школика оттуда убери. Сейчас я все сделаю. Считаю бы нормальный камень еще процентов на 20 лучше бы нахилил. Да, блядь. СПД больше имеешь в виду? Ну да. Скорость, да. Ух, печально. Толк от этой скорости. Успеваю поднимать вас с нуля. С нуля хп. Даю хилку, которая отхиливает 200к, блядь. Даже по моим меркам у тебя спек не очень. Чё там спек? Колодец вкачать? Колодец, кстати, здесь бы вообще зашел, да? Да его никто не тыкал. Потому что казуально, блядь. Всплеск можно один только вкачать, потому что плюс 2 килла постоянно. Джерри. А что ты хочешь? Подайте каску по кустам, пожалуйста. Что дать? Да, поставьте маму. Паладин купит реги. Готов? Не кидай ПС. Все, давайте выходим. Вот раздач. После первой притяжки. Ой, после первой взлетки. Там больше времени. Беги, малыш, беги! Вы пищите, смертные, ибо ваша шалкая
Интересно, сколько можно набрать стаков? У меня 27 пока. Ну, эти метки в сторону. Дистанцию набрали. 15 метров. Фридом. Фридом, паладин. Иначе всем ГП. Давайте метки до 200к без дот. Метку, за которую стоите, вы не бьете. Слева падает. Центр. Слева. Давайте метки. Ну да, кстати, рост все верно. Давайте метки вперед. Прятались. Слева падает. Метки, за которые стоим, не бить. По центру далеко падает. Крайне слева подбивайте. Центральный не бить, там 100к уже. По центру падает. Давайте метки. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия. Тё, последний раз на стак или больше не стакаем ничего? Так, фаза пошла. Стоим просто с дебафами, ничего не делаем. Трупец, давай подбросим или кивер до зону. Давайте метку. Ретри, подбросим или отошли в РДД зону. Метку не бить. Притяжка. Метку не бить. Беги, малышка, беги! Вливайте метку. Банановая, давай подвоз, прожимает кожу дубовую. Великие отошли в РДД зоны. Сливайте метку. Мэджик, давай подвоз. Давайте метку. Давай под босса, Александра. Давайте метку. Алпич, зависи. Трися под босса. Понял. Не сливать метку, стали под босс, под метку и идем притяжки.
дайте гейм на хп. Да, у всех фул хп. Ой, гейм на ману, то есть. Не, милики отошли. Милики отошли. Трупец, Трисия, кто там еще? Давайте все метки. Следующую сторону вправо. Доксон, неси вправо. Но это лево. Ты несешь под дыхание, потом умираешь. Давай, Альпич, под босса. Развис уже. Слава богу. Сливайте метку. Давай кокосина под босса. Пулпер слепой. Убейте метки, котяшка. О, бля, случайно настакал. Давай, вношу вправо. Сколько там процентов у босса? Да, в сторону добивать. Ну давайте добивайте. Прожмешь сад. Да, жди на хп, это не слышу. Я уже дал. Ну, нормально, добивайте. Слейте мою метку. Я захилил, заебись. Свободно. Вали. Опять дали. Зоу, привет. Кто же выиграет? Так, мы... Мы летаем. Ничего не забирал в этом, или напомните? Нет. Да, мы летаем. Град. Завоеватель. Зайду на ДК. Да, ну Редру тут, конечно, рулит. Ну да. Мне будет на этой рулит хулибрист. Где, на Синдре? Да. Да если два хулибриста, тогда да. У него молитва не стакается, можно. Ну да, молитва-то не стакается. И там еще прохил хороший, если вот два холи пристап взять и типа, ну, освобожденка, похер, херачишь, короче, молитва исцеления, вот эта клевая хилка на 5 человек, и следом круг исцеления, и один стак всего ловишь. Потом через 3 секунды он спадает, и еще раз повторяешь эту хуйню. Ну это через ГКД играешься просто. Ну да. Еще не готово. Охеренная тема. Ничего не подолечал. Не. Пух. Ну если кто-то заслакает, поменяем. Так, 4 хила у нас. Шанху липал, Эрдру ДЦ. Кокосина, ты тут? Сумоньте меня. Чек на АФК. Пушите рыбу. Идеален. Лок есть? У
Он был локом. Суббот. Кто там хочет на лича? Как Асина зашла. Я пока не могу прочитать это за... Неки, менять тебя, короче. Косина принимаю сумму. Так, а Косина будет диспелить чуму по станам. Трися, кружок станешь. Ретри, трусы. Ой, нет, ретри, ромбик, вторая валька. А еще трусы, третья валька. Не, не так. Поклонские трусы ты станешь. А еще ничего не станешь. На вторых вальках кружок станет джаз-панк, ромбик, айоши, совы. Кто в медведе может постанить третью вальку? Есть такие желающие люди? Ладно. Бойт может зайти на сову и постанить вальку. Так, ну в общем, еще раз повторю. Первые вальки Трисия, кружок, ромбик, ретрия, трусы поклонский. На вторых вальках кружок джаз-панк станет ромбик айоши, поклонский, трусы. На третьих вальках все то же самое. Трисия, ретрия, поклонский. Там если что кто-то из ретриков улетает, я по команде говорю, что станет. Там... Так, он не тайм, вешай на лича. Проклятие косноязычия, пожалуйста. И на духов тоже, на переходках. СС на... Гелда на второй фазе кинешь. Что еще? Все остальное по команде. Велин тут. Косаку. Велин, кидай тоже проклятие косноязычия на духов на переходке. Все готовы, я запускаю. Что? Белок быстренько, сейчас. 10 секунд. Ок. Сейчас. Все, я захожу. Все, я запускаю. Можешь мне кинуть к магам, чтоб магов прохиливать? Согласен. Неужели прибыли наконец хваленые силы с... мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. И могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Смотри, секунды. Александра чума. Это ловушка. Милики, ловушка в череп встали. Чума, 3 секунды, готовимся выносить. 2, 1, 0. Поклонский, чума, с него сразу доспели.
Стали в квадрат, милики. Милики, ловушка, в квадрат перебежали все. Дебили на лича. Стали опять в квадрат. 10% до переходки. Шаркущий второй вылазит. Ловушка, милики перебежали в квадрат. Чума 3 секунды, выносим. 2, 1. Кокосина, выноси. Красава. Ловушка, 1 секунда. Кокосина, РДД перебежали. 5% до переходки. Ловушка 5 секунд. 4%. 3-2%. Стопайте по лечу, милики. Ловушка на меликов, квадрат, милики. Чума, ретри, выноси. В квадрат все встали. Все на край, короче. Забили на лича, просто на край и добивайте так. Ловушка 3 секунды. 2, 1, нету ловушки. Все. Мэджик, выноси чуму. Блинк в трэш. Оксана, выйди с чумой. Диспел ее. Давайте все РДД отошли от мелизоны. Сова, уйди отсюда. Спойте на ману. Да, Альпич, давай гимн на ману. Кстати, это темп прилива. Второго духа начинаем бить. Поклонский, пособираешь что этих бурдалак? Чтоб они в мелизоне были все. Кресты, ты рвём шары. Так, СС на гилда даем, улетаем. Проклятие косноязычие на лича по КД обновляем. Все, последний дух вышел. Шарики добили, добейте духа. У нас 7 секунд, чтобы слить духа. Так, переходка, все в центр, стоим в одной точке в звезде. Слушай меня внимательно. Встали в звездочку. Все в звезду встали. Бейте валик. Через кружок играем. Центр все вышли, скоро осквернение. Осквернение 5 секунд. Дистанцию набрали, кокосина, выходи. Ромбик сыграли и трусы. Давайте, остался ромбик, все, дали рост, играйте в лича. Встали все в звездочку. На первых вальках будет осквернение, осквернение выносим к порталу, все остальные люди выходят к трону. Станем кружок, джазпанк, айоши, ромбик, поклонская, если откатится, трусы. Так, сейчас будет первая валька и осквернение. Все, вышли, вышли. Осквернение Айоши. Давай, Сакура, играйте в кружок и ромб. Айоши, ты в какой? Я ромб застанил. На, ты... Через кружок играйте, через кружок. Да мне осквернение было. Я понял. Через трусы играем. Давайте, трусы добить. С центра все вышли, осквернение сейчас будет. Дистанцию набрали, 5 секунд осквернения. Осквернение проходит, опять звездочку смещаемся. 1 секунда осквернения. Так, на мне, на черепе. Встали за спину лича в череп встали. Триси, ретрия, поклонский стань, валь. Ромбик играем и трусы. Ромбики холипал, прожимайся, захиливайте хорошенько БДК. Быстрее трусы. Не знаю. Добили трусы. Сейчас будет осквернение 5 секунд. 2, 1. Все на дистанцию вышли, с центра все вышли. Оксана, осквернение. Вышли от черепа. Прожми сакру, поклонский. Так, становимся звездочку. Все в звезду. Джаспанк, сможешь застанет кружок? Да, попробую. Хорошо, а Йоши станешь ромбик. Поклонские трусы. Последние вальки. Станем, убиваем, потом переводим босса. Сейчас будет осквернение.
Сквернения все вышли. Перед валькими не стоять. Исквернение. Банановое. Все через кружок играем. Через кружок. Кружок добили через ромб. Давайте трусы, последняя цель. 300 тысяч добить. Застаньте, кто может. Так, добиваем лича. 4%. На рейндж вышли, по краю на рейндж. 3 секунды осквернения и 2% до переходки лича. Делать осквернение на танке. Отошли от лужи. В лужу не заходить. Отошли от края, сейчас вальки будут. Не повезло немножко с вальками. Блять, конченная переходка. Минус 2 мага. Теперь можно гимн. Так. Вой, давай гимна ману. Играйте в кружок, фокусаку инеры заливаем. РДД отошли от мини-зоны. Кресты, ханты, бьем шарики. Мы летаем. 500 кау духа, переключайтесь потом в нового. Все, давайте. Берите жу между собой, не стойте в куче. Давайте в кружочек сыграли. Нового духа играем. Нового, нового. Кружок не трогаем. Этого духа до конца добиваем. Следующего оставляем на переходку. Вышли с платформы, сейчас переходка, добили шар. Добили шар. Можно квадрат побить. Ретри молодец, QV молодец, стоите под духами. Давайте в квад, в звездочку встали. Ретри оставь ауру от шедоу магии, магии тьмы. По команде будешь давать мастера. Вот, пошли за звездой. Здесь так вышли, осквернение от черепа отбежали. Бейте духа, все в духа сыграли. Так, духа добили, все смещайтесь к личу. Сейчас духи будут спускаться, лич кастанет осквернение. Осквернение 5 секунд. Анкокер, мелизона осквернения. Отошли от черепа. Доксы напижем, давайте звездопады, кресты с сушением и в звезду встали. Так, впереди бомбу подождем. Пошли. Секунды. Сейчас мы выйдем, будет осквернение, духи спустятся на нас. Осквернение мелизона. Духи спускаются. Ларик, дай гимн на ману.
Давайте, две совы и на рыфу посаку. Сквернение, сейчас 3 секунды. Поносим к трону, сквернение. Александра, сквернение. Бля, приста опять завис. А могло бы добью П. Если бы не Синдра. Чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе... Короче, сейчас стою в Агримаре. Давай, Сакру. Подожди, помолчи. Еще травят люди. Мастер Ар, пожимай. Шепре, поднимайся на выходу? Нет, он духом уже. Давайте идем к порталу. Духи спустились на нас. Все к порталу, к звезде. Осквернение. Ну как бы там еще 2% бить, так что вы там не сильно расслабляетесь. Так, один с 500 тысяч. Минус 2, пулпер. Дайте по зловещим атмосферам. Вашим натиском сгорели в пламени вашей ярости. Вон, что движет? Я думал, вы этого типа убили просто. Праведный... Все, уже убили. А под нервным. Вот. Это пацан Трея. Мир и отдал их в мои руки. Я четвертый, офигеть. Рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Не верится довольно. Смотри, как я буду воскрешать их. Конечно, я тебе ПС кидала. ГЦ. Они повергнут этот мир в пучину. Покажи сейчас общий ДПС, пожалуйста, по личу. Сирот пойдет от их рук. И... Покажите общий дамаг всего инста. Жертвой. У меня такой. Скажите мне, мне ДЦ надо удалять или что? Мне мало же абсорб. Топ абсорб ты на первом месте. На четвертом. На первом. Исцеление, поглощение ты на первом месте. Там Ваня линканул что-то на четвертом вроде. Так это без абсорба, наверное. Написано лечение и поглощение. Вот как лечение и поглощение выглядит. Я свободен. Все кончено, сын. Это полный отчет у тебя, это с лича? Ну да. Нет, у тебя полный отчет. Поднимите свой
полный заинц, что ли? Не, у меня такого нет. Ну, конечно, будет этот Ваня первый. Да я там и двух боссов выкашивал. Я, короче, отойду. Олег, ты тут? Да, тут. Если что, я престолом пойду в РЭЦ, поэтому мне место, ладно, оставь. Две ебаных глоры, блять. Это пиздец. На тебе, Олег. Сука! Олег, вот ты, короче, это... Бабан, просто. А вторую, я знал, зачем заходишь, короче. А вторую, интересно, кто заберет? Кому-то еще надо на мейн? КВ, ГЦ. Да трися, ты угораешь? Шейм же здесь. Защитник. Танки одеваются на глазах, блядь. Я получил.